Стройматериалы. Стройматериал. Да вообще чем? Потому что мы как остались, получается, без вещей, без всего. А мы без вещей, как мы жить? Ну вот сейчас у нас... Вы с кем проживаете здесь в этом доме вообще? Ваша семья? Мама, сестренка инвалид, я и трое моих детей. Сестренка есть? Инвалид, да. А сколько ей лет? 28 лет. А, 28. И трое детей сколько лет? Так, 17, 14 и 11. И их тоже одежда сгорела, тоже, насколько я понимаю, да? Все, что и было, да? Вот мы, слава богу, вот это, что нам дали, вот там, с помощью Тауту. Многие, вот спасибо Тауту, помог, и чем он мог. Я благодарна всем тем, кто мне помогает. Это улица, ребят, Жакбаева, Карабулак, Искельдинский район, Жакбаева, 31, вот в этом доме недавно, буквально, когда сгорел у вас дом-то? 28 ноября. 28 ноября, где-то около, ну, пару недель как прошло, и ничего практически не осталось. Я смотрю, кто-то был уже. Так, собаки нету? Нет, собака есть, ой. Не кусается. А, ого. Так это у вас что это? Мебель ваша была? Это все мебель, все у нас вытащили. Она что, не в непригодности уже? Уже все в непригодности. Там все полопало. А это вот, что это вот? Это? Этот у меня стол был. Нет, вот что за строение вот это? А вот этот у меня летняя кухня была. Она не сгорела? Она нет. Ну там уже а, тоже. А, целая, да? А вы сейчас где живете тогда? Я сейчас живу у средней дочери. А, у да. родственников, да, получается? Да. Ага. Так, а вот это само жилье, да? У меня поэтому это как он с дочерью-инвалидом я нахожусь. Угу. У нее же вторая группа. Так, света нет здесь, да? Нет, так, а здесь как получилось, что вот сгорело все? А это кухня? Да, это все самое. Здесь вообще никто не живет сейчас на данный сейчас момент, сейчас в данное время кто-то не возьмите, какой гад тут. Да, здесь гаря, да, действительно здесь прям. Вот этот у меня, это у меня зал был, видите, как? Все порвало, вот тут у меня. Угу. Вот а началась она, видно, отсюда бы. Нас дома не было. Вот увидите, все сломалось. Ага. Здесь замыкание произошло, вот да? Тут видно замыкание. У меня тут есть было, вот она. Угу. И вот тут белые эти, а тут какие-то вот эти. Ой, не трогайте, что-то нет. Опасно, ага. Нет, я уже все отключила. А крыша целая, не обвалится? Ну, крыша-то пока-то самая еще держится, но от стены у меня же, видите, эти. У вас так... камыш? Нет, как она вам сказала? Каркас? Глинобит вот этот. Глинобит? Да. Как их? Саман. Ага. А вы сами знаете, что саман она не держит. Три куба воды были, залили нам тут. Ага. А, вода... залили вам, да? Да, заливали. Тут она уже еле и так держит. Вот, видите, вот туда. А, дом саман? Да, саманный дом. Потому что постоянно их мазать, речка рядом. Здесь сколько квадратов где-то? Ой, я даже не знаю, такой я же не знал. Трешка, да, здесь получается? Трехкомнатная, да? Да. Домик маленький, да? Да. А здесь что большая. У вас было? Кухня у вас была здесь, да? Нет, вот эта кухня была. Ага. Вот это была спальня. А, спальня. Ага. А дети у вас где? Дети все вот там уже. Нет, все нормально. Что плакать? Хоть плачь, хоть не плачь, все равно уже я не верну ее бы какую, чтобы она была. Мы вообще сейчас ждем весны, потому угу. что в данный момент у нас... Ну, я сейчас где-то есть жить, да, вам, да? Да. Пока, можно пока жить, есть. Да, где-то. Временно, да. пока временно есть. Ну, вам здесь надо, по-моему, наверное... Короче... Блин, с крыши надо что-то здесь, да, по-моему? Она не обвалится реально? А вот это я не знаю, они заливали... Вы давно здесь живете в Карабулаке? Да, уже 20 с лишним лет. 20 лет. 20 с лишним лет. Так, где-то уже... Здесь... Блин, я думаю, что здесь, по-моему, проблемы могут быть с крышей, потому что все, видите, дерево, чтобы завтра не обвалилось просто. Да, снутри это горело, но, блин, домик тоже, видите сами какой. Ну и там свой такой небольшой, наверное, огород, такая территория, туалет. Так, вот это все ваши были вещи, да? Да, это все, было, все сгорело. А, вывезли, да? Часть уже вывезли. Все, что тяжелое, то, что осталось здесь, да, все сгорело, да? Это что это было? Даже туалетка как-то сгорела, да, по-моему, да? Да, тут это было. Тоже детям подарили, все это, все сгорело. Нет, книги, ну, книги вон видно даже тоже. Все сгорело, тут страшно даже прикасаться. Да, здесь прям... А у вас нету еще где-то еще одежды, там, не знаю, запасного, чтобы не было дома, там, такого, мебели не было, да? Нет, все у меня в доме. Вы пенсионер? Был.
Я пенсионер, мне 71 год. А вам 71 год, что я что-то не дал вам 71? Уже 72 шагаю. Слава Богу, слава Богу. Нормально все? Ну, так. Как говорят, что в русском православном, что в координации, оттуда свыше все видит. Ну да. Я всегда говорю, вот сегодня вот с девочками я тоже общались, я говорю, оттуда видит, насколько мне тяжело. И спасибо всем, говорю, кто мне вот хоть чем-то помогает, вот детям, хоть носочками, там хоть там нижним бельем, там хоть чем-то. Я благодарна, я говорю, дай Бог вам. Дай Бог, дай Бог. Изобилие, говорю, что так не пересказать, я говорю, вот что мне тут сейчас. У меня ребенок, видите, как инвалид, а у нее же диагноз это. Эпилептический синдром. Угу. Припадки так. Бывают, да? У нее не припадки. А что бывает? У нее полностью она вся отключала раньше. А-а-а. Вот она сознание потеряла, все, она. Вы воспитываете никак... ребенка инвалида, получается? Да, да? Инвалида. У вас две дочери, да? Три дочери. Три дочери. Три дочери. Угу. Сына, правда, уже 15 лет нету. Угу. Он в родином мире. Ничего не поделаешь.